Дамы и господа, всем привет. Меня зовут Александр, и мы с вами на площадке агроцентра региона Север компании Сингента. Да, это та самая площадка, которая расположена в Пензенской области, которую вы можете посетить онлайн, пройдя по ссылке или отсканировав штрих-код, который приложен к данному видео. А на нашем демонстрационном участке соя посеяна 17 мая. Сорт Сибири, норма высева 110 килограмм. Но речь пойдет не о сое, а, собственно говоря, о системе защиты от сорной растительности. И прежде чем я озвучу те варианты, которые были заложены на нашем участке, я хотел бы показать вам контроль. Для того, чтобы вы могли в полной степени убедиться в богатом ботаническом составе сорняков, которые имеются на нашей опытной площадке. Здесь присутствуют как злаковые, так и дудольные сорняки. Огромное количество. Полоса шириной в метр не была обработана гербицидами в текущем сезоне. И мы передвигаемся буквально немного правее и можем видеть достаточно чистые посевы сои. В данном случае участок был обработан довсходовым препаратом Гардеголд в дозировке 3,5 литра на гектар. Норма расхода рабочего раствора составила 250 литров на гектар. Повторюсь, обработка проходила до всходов культуры. И впоследствии в фазу второго, третьего, троечного листа буквально была почищена площадка препаратом Витблок Плюс в дозировке 1,4 литра на гектар. И обратите внимание, насколько чистые посевы, которые достаточно неплохо развиваются. В целом, достаточно неплохой вариант. Сработал достаточно эффективно. До новых встреч. С вами был Александр. Всего доброго.